Друзья, всем привет! Сегодня вот полуось укорачивал при помощи проточки, засверливания, запрессовки и обварки внутри и снаружи. Хочу показать вот внутренний шов, какой он получился. Просто, друзья, идеальный. Варил полуавтоматом. Обычная углекислота, без всяких рагонов и так далее и тому подобное. Обваривал в токарном станке. Клемму одел прямо сюда на полуось. Она вращалась, ну, крокодил. Вот. И не через подшипники, не через что. Вот здесь висела клемма. И сюда. Через 5 минут я мог уже держаться рукой. Она была теплая, никаких проблем. Полного нагрева, прогрева здесь не было. Выставил на частотнике минималочку 10 Гц. И патрон еле-еле вращался. Я поставил держак, тупо просто поставил, нажал, включил, нажал, да, и обварил по кругу. Это вот без обработки, без ничего, вот как есть. Вот как-то так. Вот он кусок полуоси отсюда вырезанный. Специально хочу показать, потому что там задают вопросы. Вот здесь вот прекрасно видно, да, где сырой металл без закалки, цементации, термообработки, там по-разному этот слой называют, кому как нравится. Вот внутри сырой металл, вот здесь вот темный, да, это вот я его буду называть цементация, ну, термообработка, закалка поверхностная. Слой 3 миллиметра, померил я сейчас штангелем, одним, другим, третьим. Вот 3 миллиметра вот ровно на этот слой цементации как раз таки у меня получилось заварить это дело без сильного нагрева, так сказать, до самого корня его не было. Хотите верьте, хотите нет, говорю как есть. Вот такие вот дела. По шлицам, да, которые я вот нарезал на тех полуосях. Вот эти полуоси, где я нарезал эти шлицы. Здесь я снял 2 миллиметра, друзья. Проточил где-то полмиллиметрика и на миллиметр нарезал шлицы, углубился. Ну вот и посчитайте. 1,5 миллиметра снял, 1,5 миллиметра вот этой вот термообработки, цементации, закалки осталось до сырого металла еще вот здесь. Примерно. Плюс-минус. Какие-то там, не знаю, вот, десятки, сотки. А то начинаете рассказывать, конечно, как закалить, что к чему, почему. Работать будет. Тем более это протачивалось все без, точнее нарезалось без нагрева, без всякой теремички. Ну, я имею в виду про болгарку, да, потому что при резе, мы знаем, да, металл греется, отпускается и так далее и тому подобное. Вот такой вот способ мне понравился. Сейчас стоит пониженная, патрон не провернешь. Станок я доработал, сделал ему нейтралочку и он уже крутится мизинцем. Сейчас, если его включить, патрон вращаться не будет при работающем двигателе, потому что присутствует нейтраль. Изначально ее не было. Вот как-то так, друзья. Так что
знаете, 3 миллиметра везде присутствует. Вот как-то так. Ладно, всем пока. Такой кратенький видосик про закалку, цементацию, термообработку и прочее. Скоро увидимся.